Здравствуйте, товарищи! Начинаем первое занятие нашего кружка любителей гегелевской диалектики в 2018-2019 году. Как вы заметили, мы занимаемся штудированием науки логики, то есть у нас никаких задач таких быстро прибежать, что-то проглотить, не проживав, нет. Поэтому, по сравнению с теми вариантами изучения, какие мы еще наблюдаем, мы можем сказать, самый основательный кружок, который есть в России. Хотя есть уже такие кружки, неплохой кружок есть в Новосибирске. Под таким же названием кружок любителей гегельской диалектики есть в Твери. Я посмотрел в Твери. И должен сказать вообще, то, что... что хорошее делается и выдается в интернет, там по законам уже интернета появляется. Я, поскольку готовился к такому ролику о книгах, которые сейчас вот изданы, вдруг попал на запорожский портал. Как вы понимаете, он не на территории сейчас России. И там я обнаружил, что среди всяких других разных тем, которые там поднимаются, обнаружил наши ролики в количестве 15 страниц по 32 ролика на странице. Причем не какие-то прошлые ролики, а и в том числе самые последние. Что говорит о том, что там вот все, что тут выходит, появляется, это значит, оно размещается. И размещается систематически. И очень солидно. И правда, я стал пересчитывать, умножил 32 на 15. Получил 480, но потом заметил, что один ролик, это товарищ Шарий, известный там блогер с Украины, он защищает от нападок какого-то израильского блогера, товарищей Жукова, Клима и меня. Я вот там, в чем показан такой отрывок, что вот я говорю о том, что каждое государство репрессирует своих противников. Как только она это перестает делать, то репрессируется это государство, что мы наблюдаем на опыте современной России. А у Жукова тоже, так сказать, какая-то очень острая проблема поднимается. И он и в том, и в другом случае, то есть видно, что поддерживает. В том и другом случае видно, что товарищи следят, смотрят, слушают и организуют даже это. То есть я так посмотрел, это, конечно, такое, я еще не видел такое. Но можно просто зайти в YouTube, и там будет все это есть. Ни в какой не в системе. А здесь так это все собрано. И для тех, кто хочет изучать, все время выдается. Вот, поэтому мы должны понимать, что наше изучение, оно и некоторый постоянный толчок и подпитка для того изучения, которое идет в пределах нашей страны, и, наверное, не только в нашей стране. Вот. Я хочу сказать, что на это реагируют и другие всякие средства, которые никакого такого отношения ни к партийности, так сказать, и непосредственно к политике не имеют. Вот, в частности, вышел ролик наш с Жуковым, с критикой Кравецкого. Друзья и враги диалектики. Скоро материалы этого ролика будут в качестве раздела в книге «Актуальный марксизм». Потому что меня пригласили подписать договор. Вот. Поэтому я думаю, что это нельзя сказать, что только мы это делаем. То есть это какая-то вот есть общественная потребность. И эта общественная потребность удовлетворяется средствами большими, чем мы располагаем. Тем более, как вы понимаете, вот мы располагаем вот такой книгой, которая, возможности публикации, которые намного превосходят наши возможности, правда? То есть, если бы не помощь товарищей, это и про другую книгу можно сказать, которая недавно вышла, «Классовая борьба», то же самое. Хотя вот у меня один товарищ из Кировской сказал, я не стал ее перепечатывать, а я взял и сделал ксерокс, и она гуляет по городу Кировску. Вот сегодня мы имеем в руках уже пятый том собрания сочинений Гегеля,
по существу, если брать собрание сочинений, а если брать в той терминологии, которую сам Гегель предложил, второй том науки логики, субъективная логика. Я уже говорил, что это очень принципиально, как вот издавать. Хотя, вроде бы, с точки зрения просто чтения, там, и держать в руках, или листать и подчеркивать, может быть, другое издание было бы лучше, но поскольку до сих пор ломаются копии по поводу того, что вот надо какую-то сделать диамат с особой структурой переходов от одной категории к другой, и эта точка зрения была очень распространена, и выходили многотомные издания по диалектическому материализму, потом выходили рецензии, в которых говорилось, что хорошая книга, интересная и полезная, только нет там диалектики. А так все хорошо. Поэтому мы с вами хорошо знаем уже, это подчеркивалось, и мы ссылались, и особенно на ту работу, которая есть вот в начале стоит, работу Ленина о значении воинствующего материализма, и на то, что говорил Энгельс, что надо материалистически истолковывать науку логики Гегеля. Ну а тут материалистически истолковывать очень легко. Берем первый том этой работы. Первый том называется «Объективная логика». Что значит «объективная логика»? Ну, ясное дело, это не значит, что логика, она существует помимо головы где-то. Но это значит, мы рассматриваем категории объективного мира. Ну и это, собственно говоря, вот то, с чего начинается. Этому посвящен большой толстый том. А потом отражение этих же всех категорий в сознании человека. Ну, конечно, к этому можем, так сказать, приписать или вспомнить, хотя это не напрашивается, что вообще-то у Гегеля не в этой книге, а вообще в его системе, там вначале есть идея, она даже доразвивалась, противопоставляя себя самому себе и разрешая свои собственные противоречия до того, что явился объективный мир, ну а дальше все как у Маркса и Энгельса. И потом, когда уже мы добрались до понятия, до субъективной логики, это логика, которая раньше изучалась в школах. У нас вот и в переписке многие товарищи говорили, вот, надо бы поизучать формальную логику, надо бы поизучать. Но здесь вся вот эта формальная логика, обычная логика или просто логика, как говорил Гегель, она тут изложена кратко, то, что нужно знать, особенно для понимания логики диалектической. И ничего там такого особенного нет, только там есть мертвые кости скелета, как говорил Гегель. Почему мертвые кости скелета? Потому что никакой связи вот всех этих суждений, умозаключений, которые имеются в формальной логике, порядка расположения, который был такой, что вот из одного вытекало в другого, там этого нет нигде. И поэтому спрашивается, откуда это взялось, кто это придумал? Но вообще-то мы знаем, кто разработал формальную логику, Аристотель. И я думаю, что тот, кто пробовал суваться в соответствующие работы Аристотеля, мог бы заметить, что там не сказал бы, что легче изучать Аристотеля и его всю формальную логику, и все эти суждения и умозаключения по сравнению с тем, что есть у Гегеля. Потому что у Гегеля показано, что это все связано, и мы изучаем в целом движение мыслей. А там это все рассечено, и это запомнить очень сложно. Запомнить, классифицировать. Поэтому выдающийся ум Аристотель. Но некоторые, с одной стороны, говорят, что это трудно изучать. Но если трудно изучать, вы хотите все сразу изучать? И в чем смысл вот этой работы науки логики? Что она подводит итоги развития философии за всю предшествующую историю развития человечества. И человек, который хочет... Ну, вот у нас есть такие люди, которые хотят быстро все познать. Ну, вот это самый быстрый способ, какой у нас есть. Поэтому какие-то претензии по поводу того, что мы медленно двигаемся... Так человечество двигалось тысячи лет, 90 тысяч лет, а мы вот всего несколько лет изучаем. Это огромная скорость, с которой мы двигаемся. А если мы пойдем историческим путем, я могу как представитель сферы науки сказать, что наблюдается совершенно определенная тенденция. Слабые ученые, которые не тянут в теории, они идут защищаться по той же науке, но по истории этой науки, скажем. Есть политэкономия, а есть история политэкономии. А что такое история политэкономии? Я должен изучать кто, что, когда сказал. И, так сказать, это как-то описывать, классифицировать и рассказывать, какое значение это имеет.
Такую диссертацию всегда можно написать, правильно? Скажем, то же самое, история философии. Ну вот, были эти, потом были эти, потом были эти, можно все это рассказывать, классифицировать, отмечать, тем более читать то, что уже никто не читает, вспоминать то, что, в общем-то, особенно сейчас уже роли и не играет, а и наоборот, акцентировать то, что играет большую роль, тем более это уже всем известно. Ну и вот, так сказать, защищаются люди по истории философии, становятся докторами философских наук, и при этом они теории философской не знают. Ну, как, не знают в каком смысле. То есть они знают, какие были учения, но никакого цельного учения у них в итоге не получается. Это я говорю к тому, что может некоторым показаться, что мы так вот долго тут возимся с такими вещами. Во-первых, потому что они сложные. Потому что это наука. А наука... Вы знаете какую-то легкую науку? Я такой не знаю. Ну, представьте, мы бы, скажем, занимались математикой. Думаете, легче было бы? Все, я сомневаюсь. Я думаю, сложнее было бы. По крайней мере, вот никак уже нельзя было бы, чтобы сидели люди, так сказать, ну, в разное время приступившие к изучению математики. Одни бы сидели и говорили там два, а основная масса сидела мрачно. Я по себе сужу, когда я был на спецкурсе по гомологической алгебре. Ну, первую лекцию я понял, и потом я год сидел, каждый раз приходил и сидел. Не знаю, как что-то других, мы не обменивались мнениями. Вот мы сидели. Ну, я потом второй год пошел, как второгодник на второй год. После второго года я уже там что-то понимал и сдал там на отлично, но только на второй год. А первый год я наблюдал, как наш декан, преподаватель этой самой гомологической алгебры, специалист по теории чисел, есть такая книга Боревич, Шафаревич известный, ученый в других кругах, не математических. Вот, он, вот такая книга толстая, значит, все, что там находится на оси, только то, что на оси изучает. Там, тем более, нет соседних точек, как вы понимаете, на оси соседних точек нет. И мощность множества отрезка 0,1 такая же, как и мощность всей этой оси. Там есть над чем подумать. Вот он, значит, остановился где-то в середине спецкурса и встал у доски, так и стоял. А мы сидим, так все смотрим, он стоит, а мы сидим. Прошло 40 минут. Он говорит, нет, не могу доказать. И пошел домой. И мы пошли домой. В следующий раз пришли и пошли дальше. То есть это, ну, обычное дело. То есть никто по этому поводу... Правда, мы и не обсуждали, кто понял, кто не понял. Как-то, ну, что, вот, кому-то рассказывать, что я не понял, как-то это не очень празднично. Вот потом тебе скажут, что он понял, а ты не понял. Вроде ты в дураках сидишь. Ну, как-то не обменивались мы. Ну, постепенно двигались. И другого тут движения быть не может. Тут, с одной стороны, люди говорят, что это великое достижение, и понимают вроде, что это великое достижение человечества. Вы думаете, великие достижения человечества так легко освоить, что ли? Ну, это вот итог развития человеческого духа за все его существование. И чтобы это было вот так мгновенно понятно, хорошо, если мы что-то понимаем, мы можем поздравлять друг друга с этим. Вот и двигаться дальше. И мы, между прочим, двигаемся, и у нас остается еще определенный след и хвост, как у кометы. Потому что все занятия нашего кружка любителей гегельской диалектики, они записываются на сайте YouTube Фонда рабочей академии. Они все имеются, не в текущей ленте, а, так сказать, отдельным разделом КЛГД. Тут сидят люди, которые это вывешивали, потом уже другие вывешивают, уже это был второй человек, есть уже третий человек. То есть даже меняются люди, которые это вывешивали в интернете. Это большая работа. Большая работа, требующая, между прочим, больших затрат времени. Ну и известного искусства, чтобы это было не тяп-ляп сделано, а хорошо. Вот, в соответствии с тем, какая это наука. Ну и, соответственно, есть все условия для каждого, кто хочет заниматься в России, или все русскоязычные, по крайней мере, люди во всем мире, а их куда только не кинь, везде они есть. И вот есть возможность тоже к этому приобщаться, как? Ну, идти тоже последовательно
Вот смотрите, посмотреть, что ранние занятия, более поздние, по тем категориям. Можно остановиться и посмотреть там, где мы многократно останавливались, топтались, чтобы разобраться и так далее. И вот мы пришли к учению о понятии. Пришли мы к учению по понятии. В конце мы пришли прошлого года, а раз мы пришли в конце прошлого, значит, мы вначале начинаем с того, чем мы завершили прошлый учебный год. С чего? С того же самого, с учения о понятии. Что такое понятие? Как вы понимаете, что такое понятие, поскольку мы это уже знаем, как бы, и даже начали дальше двигаться, то я могу и спросить. Вот что такое понятие, товарищ? Понятие – это единство бытия и сущности. То есть, как бы вот мы с вами сидим рядом, да? У нас с вами единство, это у нас, значит, да. Как бы единство Шабасова и Попова – это Кучук. Как-то это вот единство, это слишком общо. Единство разное бывает. Вот если я вас схватил и тащу, это единство? Единство. Ну, а если я говорю так, это тоже единство? Тоже, да. А так? Еще лучше. Ну вот. Поэтому это недостаточно. То есть, вы же знаете, у Гегеля есть такие понятия, как правда, правильность, достоверность. Вот это правильно то, что сказал Константин Александрович? Правильно. Достоверно? Хотите проверить? Садитесь на его место, мы сейчас будем проверять. Это вот, то есть проверка нужна? Достоверно? Достоверно. А это истина? Нет. Почему? А потому что она единственная, много всяких бывает, правильно? Доказывает, вот. Вы сейчас в единстве со своей рубашкой. Рубашка с вами в единстве. Это тоже понятие? То есть как-то вот мы это такое высокое понятие куда-то просто бытие сущности. Чего бытие, чего сущность? Другие варианты. Так, тачку, чук, вот, рядом. Он единственный с нами. Бытие, через которое просвечивает сущность. Ну вот. Ну, тоже у вас правильный ответ. А вы заметили, как вот что вот диалектики, они всегда, вот они никогда они не говорят, это неправильно. Это правильно, правильно. Все правильно. Ну, недостаточно. Ну, вклад же должен быть оценен. Какой-то вклад же есть. Бытие. Но из этого простой трудящийся, то есть вот я тут слушаю вас, сделал вывод, что это бытие. Там какая-то разновидность бытия. Ну, правильно? Вы повторите, что я сказал. Бытие, через которое просвечивает. В общем, какое-то бытие. А если какое-то бытие, мы уже изучали сущность, и нам снова возвращаться к какому-то бытию даже и неинтересно. Думаю, что это вот это за занятие, понятие, это какое-то бытие. Это бытие? Или вот тут что-то надо такое сказать, чтобы не получилось вот то, ну, такое впечатление, которое я сформулировал. Вот. Товарищ Войтюк. Сейчас. Понятие – это снятая сущность. О, снятая сущность. Видите, это вот этот человек продвинул вперед. Снятие уже предполагает, человек должен овладеть некоторыми диалектическими категориями, если это не просто, это вот бытие и все. Снятая сущность. Потому что он уже готов к тому, что я начну его допрашивать, а что такое сущность? А это, говорит, снятое бытие. То есть уже, так сказать, он уже приготовился, он, правда, руки, так сказать, сзади, а там, не знаю, что у него, автомат, пистолеты. Ну, они все показывают, что ничего нет, а потом трах-та-та. То есть, согласитесь, что это снятая сущность, она что? Она представляет, вот это высказывание представляет понятие, как вышедшее из чего-то, с корнями. А чем отличается вообще вот диалект? И вообще история чем отличается? В том числе история понятия, история происхождения понятия и движения. Тем, что берется не непосредственно, а как результат. Согласны? Вы понятие хотели представить как непосредственно или как результат? Вот товарищ Кучук представил как результат. А вы правильно все сказали. То есть невозможно опровергнуть то, что сказал Владимир Александрович, правда? Невозможно, это правильно. Вот, ну, а как к этому должно быть? Вы правы, то разные уровни постижения. Но все равно это хорошо.
Потому что он же не сказал, что это там стена в каком-то лесу. То есть он все это такое близкое и правильное сказал. Вот. Дальше. Ну, получилось так, что сказав, что это снятая сущность, вот то, что хотел выразить товарищ Кучук, а он же правильно сказал, эту правильность вы не использовали. То есть я теперь уже на вас нападаю. Сделали это хорошее дело, но выкинули ребенка и все. А ребенок-то все-таки, она же действительно, это же действительно, он правильно сказал, что она вот как бытие, а вы представили как отрицание. Что у вас такое плохое что-то, отрицательное, снятая сущность? Отрицание сущности, вот-то еще есть товарищ, он хочет... Результат отрицания, отрицание бытия. То есть если я сижу и два раза просто отрицаю. Вот если вот эти товарищи, они, у них содержательное отрицание. Бытие, сущность. А у вас просто отрицание. Люди заучили закон отрицания, отрицания. Говорят, ну тут два раза вот отрицаю, два раза микрофон смогу отрицать. Вот и я уже понятие микрофона у меня есть. Значит, первый раз отрицаю, второй раз отрицаю это отрицание. Возвращаюсь к тому, с чего начал, и что? А ничего. То есть получилось, что вы, так сказать, как бы, вы правы, конечно. Алексей Сергеевич, правильно же? Но это спорить с вами невозможно, потому что это отрицание, отрицание бытия. Так? Но содержание этих отрицаний, оно же должно быть взято, оно ушло куда-то. То есть оно в этом... То есть, видимо, когда человек говорит о понятии, он должен сохранить, если это у вас снятие. Это же снятие. Так надо там сохранять все, а отрицание, отрицание, в этих словах никакого сохранения нету. И она просто само есть, сам факт, что двойное отрицание дает утверждение. Это есть. А что сохраняется? А тут же ведь один товарищ вытащил там, что вот в понятии, вот мы от Кучука узнали, что в понятии есть бытие. И это бесспорно. Вот сколько я там на него не нападал после этого, что у него там правильность, там не диалектичность, но он-то ведь правильно сказал, это есть же понятие. Другой товарищ сказал, что это не просто бытие, это вот снятая сущность. А вы это отрицание еще раз заострили, только у вас много отрицаний. Нет, только два. Ну так два, это много же. Один, а самый один, это в два раза больше, чем у Войтюка. А больше никто нам не... А поскольку больше двух никто и не предлагает, то у вас самое большое количество отрицаний, которое вообще тут было выдано. Вот. Ну, то есть, с одной стороны, вот видите, получается, что вот можно все это и одобрить с одной стороны, а с другой стороны, с позиции более полного выражения, да, и раскрытия. Мы должны как вот истину раскрывать или скрывать? Вот вы скрываете истину. Почему вы скрываете истину от товарищей? А потому что пусть они, а то они узнают и будут потом лучше, чем мы. А этого нельзя позволить. А у нас монополия должна быть на истину. Там вот наш Дегтярев, он задумался, потому что он явно следующий. А следующим очень трудно тут быть, потому что уже все, отрицание, отрицание, вообще его положение тут... Самое неудачное было. С одной стороны, вроде бы самое плохое было у Кучука, потому что с него начали. Вот. Но он уже спокойно смотрит теперь, как куда заплывут товарищи, которые дальше пошли. Что ж такое вот понятие, Денис Борисович? Как бы простому человеку, трудящемуся, объяснили? Восстановленное бытие. Чего-то вот тут не хватает. Это правильно то, что вы сказали. Восстановленное бытие. Вот я знаю, что такое восстановленное молоко. Это дрянь такая. И у нас, поскольку половина только, вот, поскольку у нас было в 90-х годах 20 миллионов коров, ну, крупного рогатого скота, голов, а сейчас 9. Поэтому вы, наверное, заметили, что у нас на экспорт зерно пошло. Почему? Потому что нам корма не нужны для коров. Фуражное зерно, такие слова и не встречаются сейчас в экономических
каких-то статьях, работах. Почему? А зачем нам фуражное зерно? У нас коров мало. Ну, их кормим, конечно. И уехала туда. А как мы обеспечиваем молоком? А в общем, просто закупаем. А что мы закупаем? Везут, что ли, оттуда цистернами? Нет. Сухое молоко идет. А сколько оно там лежало? А черт его знает. Сухое молоко, оно же сухое. А потом водички добавил, это восстановленное будет. И соки посмотрите. Если раньше в мрачные годы тоталитаризма стояли такие, помните, вот такие три такие конусом. Такие емкости, и можно было там пить томатный сок, виноградный сок, яблочный сок, соль стояла, тра-та-та. Вы сейчас зайдите вот в хороший магазин, и в хорошем столько сортов восстановленных соков найдете. Правда, в основном состав там яблочный, с чем-нибудь связанный, потому что что-нибудь добавить, чуть-чуть малины, в основном яблочные, и вот на фоне яблочных что-нибудь добавляется. И все, и восстановленный. Причем для детей там до 2 лет, до 3 лет восстановленный. И вы нам, вот, Денис Борисович, мы надеялись, что вы нас продвинете вперед. И вы правильно нас продвинули вперед, потому что то, что вы сказали, тоже правильно. Это восстановленное бытие. Это восстановленное бытие. Но какие-то слова вы пропустили. То есть вы... Осталось собрать все слова вместе. Да. Пропустили, но оценивать-то людей не потому, что они не сделали, а за то, что они сделали. Поэтому какая оценка вашего строя? Положительная. Ну вот вы согласитесь, что вот диалектический способ, так сказать, вот оценивания, он как бы, он такой дружелюбный. Тут нету такого, что вы не правы, там, и Кучух не прав, и Войтюк не прав, и Алексей Сергеевич не прав, и Дегтярев не прав. Один я прав, да? Нет, а я тоже не все знаю. Гегель прав, и все, и больше никого и нет. Поэтому, и это, в общем, отражает, чем занимается кружок. Мы как бы тут пытаемся удержать это дело, но ведь... И это нужно для того, чтобы мы оценили, как высказывается Гегель. Когда мы снова будем читать, он так высказывается, что у него ничего не пропадает. И ничего так не получается, что правильно, а другое куда-то выпало, исчезло то, что нужно сказать. У него не исчезает. Поэтому он и так скажет. И вот снова читаешь, и видишь какие-то новые грани, которые пропустил. Валерий Александрович очень серьезный, я даже боюсь его спрашивать. Валерий Александрович, а вы не можете попытаться сформулировать, что такое понятие? Или вы сошлетесь на то, что столько сегодня слушателей в Красном университете, что мне не до ваших этих игрушек с понятиями? То есть вы согласны со всеми выступающими? Ну, у нас есть у нас люди молодые, способные. Вот посмотрим. Все говорят, что вот молодежь, она ни на что не способна. Мы сейчас узнаем. Но понятие существует становление даже. Как? Понятие существует становление. Вот попробуйте оспорить, что это высказывание ни за что не получится у вас оспорить. Во-первых, существование здесь присутствует. Это категория существования, это какой сферы категория? Сущности. Сущности, да? То есть вы решили, значит, как-то с категориями сферы и сущности. Значит, еще раз тогда повторите, что вы хотели сказать. Понятие существует становление. Да, то есть вы как бы сделали примерно то же самое, что товарищ Войтюк, только взяли одну категорию из сферы сущности, а одну категорию сферы бытия. Становление – это категория сферы бытия? Бытия. Ну, дескать, смотрите, я и бытие знаю, и сущность знаю. Поэтому считайте, что я тогда и понятие знаю. Ну вот хочется засчитать, но как-то вот получается, что... А про понятие? А понятие-то что? То есть если вот просто составлять... Я хочу сказать, что вот мне пришлось читать вот лекцию первую по Красному университете по поводу философии марксизма. Ну и я, так сказать, взял эту работу ленинскую, три источника и три составных части марксизма. И стал думать, что вообще название, то есть для людей, которые не диалектически мыслят, нормально звучит, хорошо, составные части. А вот с точки зрения диалектического, если посмотреть, ну разве... Это вот такие части, из которых составляется марксизм.
составные части, это что такое? Можно составить из них. Знаете, как вот сейчас есть Лего? Раз, раз и составил. Значит, сюда философия прицепил, сюда вот политэкономия и научный социализм. Раз и составил. Составляется так марксизм? Нет, не составляется. Поэтому это вот мы уже говорили, что вообще-то точное название философское, конечно, что это моменты марксизма. Потому что не одна, это, а каждая из этих сторон есть целая. Ну, политэкономию надо брать же как производственное отношение всех формаций, а от одной к другой формации вы без политики, без классовой борьбы, без государства не перейдете. Правильно? А раз вы не перейдете, то значит движение производственных отношений опосредствуется классовой борьбой и тем, что изучает научный социализм. Правильно? Тем, что написано в коммунистическом манифесте, а не тем, что написано только в «Капитале». А в «Капитале» написано просто «бьет час капиталистической эксплуатации». Все просто и хорошо. А как бьет? Ну, читайте другие работы. Но если речь идет о том, об этом всем движении, то уже одна политэкономия без философии, без диалектики не может быть. Нельзя вполне понять капитала Маркса. Поэтому, понятное дело, если эта политэкономия – это основа, она изучает основу общества, и вы собираетесь рассмотреть ее развитие, развитие без теории развития собираетесь рассмотреть, ясно, что это невозможно. Но это должна быть не какая-то отдельная теория, а что берет вот категории Гегеля Маркс и строит такую же, вот прямо такую систему. А такие книги были попытки делать так. Значит, бытие – это товар, потом деньги там – это вот превращение денег, значит, товара в деньги – это становление. Ну и тогда, и то есть, взять, вот, понавешать эти вот таблички, ярлычки, и получается вроде как логика капитала Маркса. Но это все псевдологика, и там же свое движение уже. И же идет движение не от чистого бытия к понятию, а идет движение от чего? От товара. И некоторые товарищи потом, когда далеко дойдут или зайдут, забывают, что товар – это прежде всего полезная вещь. И меня уже, как говорится, замучили этими. А почему вот вы рассматриваете рабочих, занятых материально-производительным трудом? Потому что мы исторические материалисты. А мы исторический материализм начинается с того, с признания того, что основой всего человеческого развития является производство, воспроизводство чего? Материальных или духовных благ. Что для того, чтобы мне заниматься изучением науки логики Гегеля, надо есть, пить и одеваться. Я пришел не в идею пиджака, а в пиджаке. И у нас не идея тут микрофон, а микрофон. И все это материальный продукт. Скажут, вот у нас информационное общество. Что, едят уже просто идею молока? Информацию о том, что есть мясо? Я думаю, что да. Вот информация о том, что здесь должно быть мясо, в колбасе содержится сейчас. То есть это вопрос-то принципиальный. Что товар есть прежде всего полезное, что? Вещь. И это, товарищи, не усваивают. И вот они начинают, ему обидно. Как это, говорит, я не передовой. Но если ты передовой, иди, делай революцию, мы тебе поможем. Нет, он хочет не делать революцию, он и не в партию не пойдет, он и на митинг не пойдет, он и в профсоюз не пойдет, он ничего не организовывает, но только считать его передовым, а он будет просто сидеть и получать неплохую зарплату, больше среднего уровня, потому что, скажем, люди умственного труда у нас, в общем-то, получают больше, чем люди физического. Несравнимы затраты, скажем, вот мои, как представители умственного труда и шахтера. Ну, как вы думаете? Ну что со мной может случиться? Вот как вы себе представляете мою гибель? Что я упаду со стула? Ну упаду, отряхнусь и встану. А там людей лопаются крепи, взрывается метан. Чего там только не происходит. Люди все время находятся как на передовой, как на войне. Получают, что они там получают? Ну сколько? Ну 40-50 тысяч. Хорошо, если так. Но самый трудный работы у членов правления крупных компаний, они получают по за 20 миллионов. А эти вот люди, вот ехидные, которые Маркса изучают, диалектику, они говорят, нет, это просто прибавочная стоимость, там зарплата тоже есть у них, среди этих 24 миллионов есть 30 тысяч зарплаты, а остальное это прибавочная стоимость, выданная за зарплату. Или та же самая Собчак говорит, я заработала.
То есть если удается кого-то обмануть и получить прибавочную стоимость, отобрать у других капиталистов, или, как рассказывает Жорес Алферов, а перед ним Эйнштейн, что сейчас, говорит, что такое капитализм? Когда собственники средств производства борются за отнятие собственности друг у друга. Ну, они все вместе отнимают, конечно, у рабочих, а дальше идет вот борьба за то, чтобы перетянуть. И, например, в сфере духовной, скажем, Галкин построил себе замок. А вы почему не построили замка? Я не Галкин. Да вы просто слабо работали, наверное. Да, слабо. Работал мало. Мало работали. Он умеет воровать. Ну, воровать. Там не, это не воровство. Там все хорошо. Люди работают просто больше. Я вам легко объясняю, то есть, как это работает. Вы знаете, что у нас есть СКК? Сколько там мест? Не знаю, сколько мест, но я знаю. Ну, 20 тысяч есть? Наверное. 20 тысяч. Ну вот, мы с вами вот берем еще вот Денис Борисович, а нам тройка нужна. Вот, для организации, потому что у меня идея, поэтому я, конечно, у меня будет большая доля, а вам вторая доля пополам. Значит, ну а как вы хотите это? Мы же начинаем предприятие капиталистическое. Вот, а если у вас такое идея, значит, что мы делаем? Кого? Будем концерт организовывать? Конечно. Значит, приглашаем Пугачеву, Галкина, Стаса Михайлова. Кто там у нас еще есть это, с болгарской фамилией? Киркорова Филиппа. Ну, кого еще пригласить, чтобы народ мчался туда? Петросяна. Ну, хватит. По миллиону даем? Не спрашивайте откуда. Сейчас объясню откуда. По миллиону даем. 5 миллионов? Нормально. Миллионов 10 нас сдерет этот зал. Скажут, ну, нам нужно там охрана, там продавать, ну все. Себе. Не надо спорить. Мы надо давать надо людям давать. Заработать. Значит, 10 миллионов, 15 насчитали, так? Билеты почем будем продавать? Денис Борисович, ваше слово. Меньше 2 нельзя. Меньше 2 нельзя. Ну нельзя же, ну скажешь, что же, просто неудобно перед артистами. Меньше 2 тысяч билет. Скажешь, что это вам? Кого пригласить? Это серьезный концерт или нет? 5, там, 7, 10, а тут вот 2, ну, можно и больше. Ну, давайте 2 будем считать. 2 умножаем на 20 тысяч. На 20 тысяч сколько будет? 20 миллионов. А? 40 тысяч. Ну, вы даете. Мы вас не, правильно, мы вас не взяли. Его аудитором можно взять. А его аудитором, точно. Налоговый. А, нет, он будет нас защищать. Скажет, да они мало взяли. Так, 40 тысяч, 40 миллионов. Из них вычитаем 15. 40 минус 15, что получается? 25. Ну, 25 всего у нас 4 части. 4 части, тихо. 4 части делится. 24 делим на 4. Да? На 3. 24 на 3, по 8 миллионов. По 8 миллионов. 8 и 8. Получается нечестно. 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 Вам 8, а вам? А мне 16. Правильно. Вот это правильный подход. Маловато, что вам? Нормально. 16? Ну, как всегда, организатор, он обиженный самый, ясное дело. 16 миллионов за вечер. А вы всю жизнь вот мыкаетесь, ничего не получили. Сколько миллионов у вас? Я чувствую, вот иногда вижу вас в новой одежде. Но это называется в третьем томе «Капитала» у Маркса, это стоимость прибавочная, но уже не созданная этим трудом в этой сфере, а принесенная, привлеченная. Вот про такой вот труд и говорит Собчачка. Это вот я заработала. А я заработал тут сколько? 16. О чем это говорит? Что я самый квалифицированный жулик. Но это не жульничество, это в пределах, ну, сам капитализм построен на том, что сначала отнимаем у рабочих, а дальше мы их уже не эксплуатируем. Их эксплуатируют только промышленные капиталисты, которые заводы, это самые грязные капиталисты, самые это темные, они там работают, у них прибыль там 3% прибыли, вообще это ничто. А у нас, вы поняли, как мы
сколько потратили, сколько получили. Потратили мы из того, что получили. Мы вообще ничего не потратили. Мы ничего вообще не вкладывали. Ну, билеты мы... Вот билеты пришлось печатать на свои, конечно. Это, да, на свои. Да. Вот так. Ну, затраты были. У нас там миллион-то остался еще один. Заметили? Ну, этот миллион нам хватит, чтобы билеты напечатать и рекламу. Так что такое понятие? Я вам это время дал для того, чтобы вы подготовились. Понятие – это снятая сущность. Да. Так, отдайте деньги вот, товарищ, потому что вы украли у него идею. Так, вот этот товарищ остался, сам пришел на погибель, на кружок. Понятие, что такое? Восстановление бытия путем снятия сущности. Становление бытия путем снятия сущности. То есть так не повезло этому понятию, что оно вот только становление. И так оно и не стало понятием. А это становление нового члена кружка, который пока еще не вполне вошел в кружок. Логично? Ну, а поскольку он сам такой, так он так и ложил примерно. Ну вот. Вот теперь, ну, поскольку я же этот самый миллионер-то, то теперь я и должен ответ дать. Но я-то не самостоятельный. Я-то вот вычитал, что понятие это снятое через сущность. Это снятая сущность, через которую просвечивает бытие. Снятая сущность. Это одно отрицание, это вот соответствие, это же отрицание. Только я не говорю слово отрицание, это по факту отрицание. Снятая сущность – это отрицание, через которое просвечивает бытие. А почему просвечивает? Потому что второе отрицание. Потому что сущность – это тоже отрицание. То есть это возвращение понятия, это возвращение к бытию через снятие и восстановленное через сущность бытие. Вот два слова не сказали, через сущность. Вы сказали восстановленное бытие, сейчас можете даже на меня подать в суд, что, дескать, я первый сказал. Но вы сказали восстановленное бытие, как восстановленное молоко, а я сказал восстановленное через сущность бытие. Видите разницу? И вот за такие детали вот дают людям профессора. Только за такую ерунду. Это вот на этом примере видно, понимаешь, вот как люди вот хватаются, человек придумает еще какую-нибудь фразочку, и все. Восстановленное через сущность бытия. А я вот готовился к этому занятию, поскольку это вот сложный как раз вопрос, что такое понятие, то я обратил внимание на то, что вот это не так обстоит дело, что это вот мы просто снова имеем бытие. А так стоит дело, что и бытие, и сущность утонули в понятии, утонули. Еще вот для таких случаев он употребляет слово «основа». Не путать с основанием и основанным. Основа. Что это общая основа, в которой утонули. Ну, вот представьте, общая основа. То есть это вот в этом понятии есть и сущность, и бытие. И то, и другое. Но сущность в этом понятии есть как то, что снимается, а бытие как то, что восстановилось. Но оно восстановилось, но оно же не бытие. Ну, точно так же, как восстановлено молоко. Это же не молоко. Как вы считаете? Если, раз вы сказали восстановлено, это же отрицание молока. Вам молоко или восстановленное молоко? Выбирайте. Вам сок или восстановленный сок? Ну, понятно. Сначала, говорит, мы это высушим. Сухое молоко – это и есть сущность молока. Остальное – это вода. Неправда ваша. Сущность молока в том, что это корм для телят. Вы видели хоть одного теленка, который родился и лижет сухое молоко? Сущность-то это в том, что это корм для детей, так сказать. Который не мог. Это сущность как раз в понятие сущности молока входит вот это самое. Вода, которая не просто вода, а вот это ведь такая вода, в которой... Это жир должен быть такой, который растворяется в воде.
Потому что вообще жир-то не растворяется в воде, а молоко – это жиросодержащая такая смесь, и в которой нету отдельных там частей чего-то твердого, они растворены. А просто растворить жир в воде у нас могут, конечно. Вот когда делают из растительных жиров масло, это вот добавляется, берется два атома воды и один атом, нет, две молекулы воды. Две молекулы воды и одна молекула растительного жира. И с помощью эмульгатора образуются большие молекулы. Состав этого растительного масла, масла из растительных жиров, которое также можно намазывать и от которого не потолстеешь, потому что от воды точно не потолстеешь, потому что там две трети воды. Вот. Состав очень простой. 60% воды и 40% растительного жира. И это особенно в перестройку, когда наше вологодское масло и другое сливочное масло увезли, поскольку сущность-то другая, увезли за границу, а здесь нам давали воду с растительным жиром. Мечта всех продавцов смешать подсолнечное масло с водой. Сколько они не мешали и сколько не крутили, не получилось. Не положили эмульгатор. Надо еще эмульгатор, и тогда получили вот такую вещь. Очень хорошую. Но честные продавцы, такие, которые продавали раму, так и писали, там 60% H2O и 40% растительный жир. Но мелко. Мелко, чтобы основная масса населения не прочитала. Но есть люди такие въедливые, которые все равно прочитали. Так, значит, что такое понятие? Это восстановленное через сущность бытие, в котором бытие и сущность содержатся, но содержатся уже не как бытие и не как сущность. Правильно я сказал? Согласны? Почему не как бытие, не как сущность? А вот мы давайте, я возвращаюсь к предыдущим выступлениям. Во-первых, товарищ Кучук сказал, что это что? Бытие, да? Но раз он сказал, что бытие, значит, он, собственно, подтвердил, что содержится бытие в понятии. Что это вот бытие такого рода, ну, какого-то особого рода, а дальше спросить его Войтюка, какого рода. А товарищ Войтюк сказал, что это снятая сущность. То есть тут точно он сказал, что сущность содержится здесь, содержится, но с отрицанием, как снятая. Правильно? Денис Борисович сказал, что восстановленное бытие. А раз оно восстановлено, это не то уже бытие. Из чего вы его восстановили-то? Через сущность вы его восстановили. Вы, так сказать, что, через что у вас водой служило здесь? Чего подливали-то к этому, к бытию? Подливали-то вы сущность. И подлили эту сущность, и восстановили опять бытие. И получилось это восстановленное бытие. И куда оно? И оно не вышло наружу. Потому что наружу-то у нас понятие. То есть это не просто, не сводится это вот ни к бытию и ни к сущности. Я еще раз повторяю, что я вот не первый, не второй, не пятнадцатый читаю вот это положение некоторое в начале. И когда занятие, так сказать, в кружке, так сказать, у меня какая-то напряженная неделя, потому что у меня это самое проигрышное положение, я как бы должен это объяснять, но для этого надо мне хотя бы как-то понимать. Вот. И поэтому я пытаюсь, значит, снова посмотреть, что же там говорится. А там говорится прямо вот это, что вот они исчезли в этом. Они есть, они содержатся, но уже не как бытие и не как сущность. Правильно? Ну вот вы съели булку, она в вас содержится, но не как булка. Что тут непонятного? А это что такое? Она тоже, вы скажете, она вам в сущность попала. Почему? Потому что строятся клетки с помощью этой булки. Но не прямо из булки, не так, что из кусочков булки, там у вас построена клетка. Съедание субъекта над объектом. А? Съедание булки. Да. Насилие субъекта над объектом. Да. Насилие. Ну, отрицание. Зачем тут насилие? У нас отрицание. Мягкие слова. Вот. Тут продвинутые товарищи говорят, отрицание, отрицание. Все сказано, тут же и положительное вроде тебя. Значит, сначала били, потом отряхнули, и потом снова начали бить. Потому что это недостаточно били, отрицание, отрицание. Дескать, мало я его убил, давай еще.
Вот это нам надо осознать. То есть это что? Это некая вершина, на которую мы забрались. И эта вершина не так построена, что просто тут лестница, и тут просто ходишь по ступеням, и вот мы забрались, и все ступени остались. Нету этих ступеней, все, мы такой, на такой вершине, что обратно уже не спуститься. И это хорошо. И с чем я вас и поздравляю. То есть нету того бытия, о котором говорил товарищ Кузьмин. Зачем вам то бытие? Это не так бытие. Вам товарищ Кузьмин сказал, что не тоскуйте про бытие, потому что это бытие. Оно есть тут в понятии, так сказать, оно такое лучшее еще. Оно растворено в этой сущности, правильно? И восстановлено. Поэтому, если хочется постоять на прочном, на твердом, пожалуйста, оно не очень прочное. Почему? Потому что это бытие, раз оно восстановленное, но сущность – это же рефлексия, это постоянное отрицание. Поэтому все бытие, всякое бытие в сфере сущности имеет характер равенства отрицательного с собой. Правильно? Поэтому это вроде бы как зыбкое такое явление, зыбкое. С одной стороны, вроде зыбкое, но поскольку это вот бесконечное отрицание, оно отрицает всякое отрицание. Раз оно отрицает всякое отрицание, это бесконечное утверждение. И поэтому это прочное восстановленное бытие. Прочное, поэтому понятие очень прочное. Оно такое же прочное, как вот первое бытие, даже более прочное. Вот то сдвинули, получилось что? Ничто получилось. Само переходит в ничто. Ваше бытие, товарищ Кучек, вообще, ему сразу раз и конец. И что? Оно там к конечному и переходит потом. И конечный, предел, и все. И ушло, и конечное, ну и пошла дорога дальше. А вот это прочное, вот поэтому с одной стороны вот, вот молоко-то натурально скиснет, а вот восстановленное через сущность бытие, оно не прогоркнет, ничего не будет с ним. И бидоны не нужны. Тут все хорошо. То есть вот мы смотрите, мы вот это каким коллективным разумом, как мы это все оформили, что мы не зря мы дошли до понятия, здесь нам хорошо, кто не дошел, тому хуже. А тем, кто дошел, тому лучше. Ну, эта дорога, она не закрыта никому. Пожалуйста, читайте, изучайте, обсуждайте, обдумывайте. Но не забывать некоторые вот слова. Здесь вот важно не забыть, что оно не просто восстановленное, а через сущность восстановленное. То есть тут вот не лишние слова у Гегеля. Почему? Потому что мы просто вернуться назад не получается. И не надо возвращаться назад. А хотя всякое движение вперед, говорит Гегель, во многих местах есть постоянное возвращение назад. Почему? Потому что поднимается вместе с движением вперед все богатство содержания, все. Почему? Каждая следующая категория содержит в себе... Бытие. Что? Бытие. Ну, бытие – это само собой. Это... А еще что? Все она содержит, все предыдущее, все предыдущие категории и еще движение этих категорий, правильно? То есть, как мы понимаем, любую категорию, любую возьмите в науке логики. Вам объяснить, что такое закон? Объясняю. Берем чистое бытие. И вот сидите и слушайте, пока я дойду, да. Вот это и есть закон. Так, какие еще, что еще объяснить? Как вот прийти к понятию стула? А? К понятию стула. Вот понятие стула в системе категорий науки логики отсутствует. Никак вы не придете. Эти, с этим плохо в диалектике. Да. То есть, оно понятие стула, никак к нему прийти нельзя. Вы придете к понятию. И поэтому вы, раз знаете, как приходите к понятию, так же и к стулу надо относиться. Я объясняю. Значит, вас стул интересует. Раз вас интересует стул, то вас интересует не мой стул, не ваш стул и не стул, на котором сидит товарищ Путин. А вас интересует стул вообще. То есть вас интересует стул как всеобщее. Я правильно вас понимаю? Вот мы уже и пришли. Раз. А что такое всеобщее? Вы отличаете стул Путина от стула? А вы отличаете? А что, стул Путина не стул, что ли? А что вы отличаете тогда? Нельзя отличать стул Путина от стула. Это стул. Род не отличается от того родом, чего это является. Хорошо. Вот есть яблоки, а есть Антоновка. Антоновка отличается от яблока. Товарищ Кучук. Нет.
А вы что тут про стул говорили? Что стул Путина отличается от стула. Нет, это я подготовился сейчас. Не думайте, что это я вот это вот. Так, то есть просто наскочил. Дальше. Хорошо. А ваш стул? Это же не стул Путина. Стул. Ну, не стул Путина. А стул Путина что? Не мой стул. Там стул. Нет, этого еще недостаточно изучили. Объясняю. Вы хотели получить на этот вопрос, хотели меня посадить. Я понял, так сказать, дескать, вот вам такой вопрос, который срезать, чтобы этого самого ведущего кружок. Значит, объясняю, стул Путина – это особенный стул. Стул особенный. А ваш стул, отрицание стула Путина – это единичный у вас стул. Единичный. Я такой стул только один. Вот вы сейчас на нем сидите, и других таких стульев нет, товарищ Кучук. Поэтому пусть завидует и Путин, и все остальные, на которых они сидят. У вас просто стул вообще, а вот это стул Кучука. Вот вам. Так ваш стул не стул или стул? А раз он стул, так он представляет собой одновременно и всеобщий стул, и ваш стул, на котором вы сидите, то есть, а не стул Путина. То есть, а поскольку отрицание особенного есть единичное, то я ваш стул представил как такое всеобщее, которое обладает всем богатством особенного. Ну хорошо же. Вы хоть понимаете, что? Сколько стоит на таком стуле посидеть, Алексей Сергеевич? Надо с товарища высчитать. А я, кстати, он уже сдал деньги мне перед началом. Вон некоторые видели так одним глазом. Да за что, чтобы посидеть? Теперь это выяснилось, за что. Так у него есть возможность на стул Путина сесть, наверное? Нет, у Путина есть возможность сесть на стол Кучука. На стул Кучука. Потому что если есть особенное, то оно может какое-нибудь конкретное спихнуть и сесть на конкретный стул. А вот обратно, да, чтобы от конкретного рвануть, так к особенному, это тяжело. И так со всеми ведь. Мы, это, кстати, мы, я напоминаю, что мы это на яблоках в прошлом сезоне этот вопрос рассматривали. Антоновка – это яблоко? Антоновка отличается от яблок? Нет. То есть яблоко – это всеобщее. Это никакой, то есть, с одной стороны, это все яблоки, любые, какие есть вообще в мире за все годы существования человечества, во всех местах и дикие, и культурные яблоки, все яблоки, это яблоко. И вот вы взяли Антоновку. Что значит вы взяли Антоновку? Это что, вы конкретно яблоко взяли или вы взяли рот? А рот, а яблоко не отличается от яблок, не отличается. Особенное, это не, оно не рядом с... Я вот раньше думал, может, потому что я математикой занимался, так здорово расклассифицировал, вот. Всеобщее, вот. Особенное, вот. Единичное. Ерунда. Вот это особенное, оно не рядом с этим всеобщим. Оно не отличается от этого всеобщего ничем. Чем ваш Антоновки от яблока отличается, товарищ Кучук? Чем? Ничем не отличается. Так, а вот ваше яблоко, которое вы взяли, и которое так понюхали, так пахнет хорошо, оно червивое. А что, оно не яблоко? Ну, яблоко чего? Взято с отрицанием. А? С отрицанием. Червь – это отрицание? Нет, так отрицание – это определенность же. Это же определенность, Денис Борисович. Это его яблочко, он такое выбрал сам. И хотел показать все богатство содержания. Открыл там, разрезал, а там червяк. А почему? А почему оно хорошее? Потому что червяк плохие яблоки не ест. Это вы едите невкусные яблоки. А он вырезал там место, где червяк, и съел вкусное яблоко, потому что взял большое, а вы взяли маленькое, противное, и грызли, Денис Борисович. Надо знать, что выбирать. Ну вот это вот, не знаю, как у присутствующих, но у меня это не сразу уложилось в голове, что это не три этих как бы разных категории, а это все, это как бы, это все всеобщее. Это всеобщее представлено как и как особенное, и как единичное. Просто мы должны это уметь представлять. Вот я сейчас изложил, как оно может представлять. И он вопрос прямо
ставит, что род не отличается от всеобщего ничем. Наоборот, это всеобщее представлено как особенное. А особенное представлено как единичное. То есть вот Антоновку я взял, ну, вашу Антоновку, которая у вас в руках. А так про Антоновку можно сколько угодно говорить. У кого-нибудь есть Антоновка здесь, нет? Ну, поэтому мы ничего не погрызем. Хотя у нас и все Антоновки мы рассмотрели, и яблоки мы все рассмотрели, а погрызть нечего. Потому что надо еще иметь что? И вот это называется, как у Гегеля, вот такое единичное, как оно еще называется? Конкретно всеобщее. И пример приводит специально, что вот мы берем треугольник. Треугольник – это фигура геометрическая. Вот он фигура, а он еще и треугольник. Потому что он не просто фигура, а он фигура конкретная. И вот поэтому конкретное богаче, чем просто абстракция. Хотя всеобщее – это не абстракция, а всеобщее, наоборот, все в себе содержит. То есть вот вопреки тому представлению, которое есть у большинства, что вот к всеобщему я пришел путем абстракции. Так и было, но это так мы получали бытие. Как получить бытие? Это есть, это есть, это есть. Вы есть, товарищ Мордовин. Все, давайте от всех конкретно абстрагируемся, от всех, от всякого конкретного бытия и получим бытие вообще. И тогда получается абстракция. То есть абстрагирование – это отрицание, отталкивание. А здесь наоборот. Все богатство содержания входит во всеобщее. Александр Сергеевич вот объясняет в своем докладе, на конференции я вот его прочитал, что некоторые деятели, считающиеся философами, говорят, что философия изучает общее. Ни черта подобного. Философия означает всеобщие законы природы, общества, всеобщие, а не общие. Общее у нас, вот у нас с вами общее, что у вас часы, у меня часы. Вот давайте будем изучать часы, потому что это общее у нас. Что у нас еще общее? Что у нас с вами общее? Молодой возраст у нас с вами. Молодой возраст, знания у нас и других есть. А тут мы самые аксакалы с вами. Вот давайте будем, как-то надо уважать. Ну как-то вы подготовились к тому, как уважить нас? Нет, не подготовились. Вы подготовились. То есть это прямо противоположно тому, что, ну не знаю, как вот вы скажете, наверное, вот как вы это себе представляли. По крайней мере, я могу сказать, что у меня это вот я должен был перейти к прямо противоположному взгляду на это, потому что вот Гегель к этому приводит, что это вот. Что это всеобщее, это не абстракции, а это уже вот то самое богатое. Ну и понятно, что почему самое богатое, почему это тут тонкое. Потому что тут это все то, что было и до этого, в том толстой, тут есть. Но в каком виде? Как нам говорил товарищ Дегтярев, в снятом виде тут есть. А товарищ Вдовиченко объяснил очень просто. Это отрицание. Что тут непонятно? Раз и тут все уместилось. Вот такая интересная вещь. И я думаю, что вот после нашего этого занятия товарищи, которые будут изучать, читать снова эти места, ну, получат такое впечатление, что читаешь как будто новыми глазами и заново. А у нас был как раз период, и у меня был такой естественный период, как у руководителя кружка, чтобы я подумал над тем, а что, тем закончили вроде мы всеобщим, особенным, единичным, да? Вспомните последнее. А теперь я подумал, а как будет называться вот это наше занятие? А наше занятие? Вот мы рассмотрели всеобщее, абсолютно единичное, а теперь мы изучали сегодня всеобщее и больше ничего. Всеобщее мы изучали. А всеобщее, то есть мы изучали, или другими словами, понятие как всеобщее. Потому что это первое, что, с чего начинается, раскрытие понятия со всеобщего. А дальше остальное мы тоже затрагивали. Вот. Какие есть вопросы еще? Или заявления какие-то, протесты? Следующее занятие 23-го. А? Следующее занятие 23-го. Хорошо. Я спрашиваю. Через две недели прибавляем к 9-му 14. И пока. А тема, вот, я думаю, мы должны это закрепить, то, что мы сегодня изучали. И от всего общего двинуться к особенному. Если мы к особенному придем, это же неплохо будет.
Ну, я хочу сказать, что я во всех случаях, когда читал Ленина, Гегеля до конца, вот это вот как-то всеобщее, особенно личное, пропускал. Ну, не то чтобы пропускал, не в том смысле, что не читал. Читал, но как-то на этом не останавливался. Во-первых, это не очень понятно, вроде, ну и так ясно, всеобщее, особенно единичное, всеобщее, особенно, ничего такого тут. А вот это и вот того, что это вот все, всеобщее, это то, что убирает все, поэтому и понятия такие. Понятие стула – это чрезвычайно глубокое понятие. Это все стулья на всей земле за все годы его существования и будущие стулья. Мы же через сущность стула идем к понятию, сущность стула. Мы уже пришли, вы уже сидите на нем. А вы еще только идете. Те, кто идут к стулу, те, и они здесь отсутствуют. Вы опять хотите уйти назад? Да мы пришли уже, мы в понятии находимся. Вы сидите на стуле. В соответствии с его понятием, это то, что вам нужно для изучения науки логики. Вот что вам нужно, чтобы вам не отвлекались вы от этого. Что вы будете переминаться с ноги на ногу, стоя. А тут вы сидите себе спокойно и изучаете. Поэтому стул очень нужен для изучения науки логики. Это средство очень важное. Оно входит в понятие. Вот кружок означает, что не просто в кружок встали, как эти какие-то там пропойцы. Мы тут сидим и изучаем. Но стул важно же, чтобы был для изучения. Ну, возьмите все вузы, там сидят. Сидят. А усидчивость? О чем это говорит? Это говорит о том, что человек может долго и серьезно заниматься умственным трудом. Чтобы заниматься умственным трудом, на что надо сесть? На голову или на... не на голову? Не на голову. Аристотель ходил со своими учениками. А? Аристотель ходил со своими учениками. Вот и мы ходим. Вы пришли же ведь сюда, Денис Борисович? Или вы из дома? А вот нам хоть и норовят все время сделать, чтобы мы вот сидели на своем стуле. И вот над этим работает Борис Александрович. А тут, значит, на экране тут задавали бы вопросы, и вот это было онлайн. Что уж и ходить не надо. Она вот сюда пока еще ходить надо. Так что что-то в этом хорошее есть. Товарищи, то есть аристотелевское что-то в этом есть. И кто не дошел, тот не дошел, вот буквально в сути говоря, он не дошел до этой категории. А почему он не дошел? А потому что он до кружка не дошел. А чтобы дойти до кружка, нужно дойти до этого здания, до помещения и так далее. И стулья, чтобы были. Ну, если нет стульев, как показывает наше первое занятие в Красном университете, допустимо в известных пределах и постоять. Как вот могли люди постоять за землю русскую, почему нельзя постоять за марксизм? Мы постояли, много людей стояли за марксизм, да? Видели? Можно посмотреть сейчас сразу и на Лен.ру, и на YouTube фонд «Рабочая академия». Показано, как люди стоят. А? Люди стоят за марксизм. Стоят. И причем, так сказать, с хорошим настроением стоят. Вот. Это говорит о том, что наши занятия имеют пользу, потому что, как вы понимаете, вот этот кружок, он имеет отношение какое к Красному университету? Ну, если три – это не просто составные части, а моменты марксизма, то какой может быть марксизм и какое было бы у нас изучение в Красном университете, если бы мы не подпитывались, в том числе изучением диалектики с помощью этого кружка? Тем более, что есть еще и другое. Есть кружок по капитализму. Вот. И тем самым это, так сказать, они не отдельно существуют сами по себе, а они входят в понятие марксизма. Или в понятие чего? Красного, да? Красным. Что такое красное? Красное – это марксистское же. Мы красные кавалеристы, и про нас былинники, речисты ведут рассказ. Какие еще есть вопросы, пожелания, протесты? Ну, все у нас внесли вклад. Все, вот посмотрите, прямо вот, все внесли вклад. Все, спасибо. Сидоров и Шишкарев. Что, они? Онлайн смотрят. Сидоров и Шишкарев. Молодцы. Привет, а можно передать онлайн? Передавание, конечно. Передаю вам, товарищи Федотов и Шишкарев, как самого изначально изучавших науку логики. А у товарища Федотова дома мы изучали много-много лет эту науку логики. И его жена Наталья Васильевна кормила нас всякими яствами, чтобы мы одолели эти сложные категории. Так что ей тоже особый привет и большое спасибо. Это другой немножко.
Другой Федотов? Ну и что я через этого Федотова могу передать? Это же Федотов, понятие Федотовых, оно же широкое. Роб Томжик. Роб Томжик, Федотов. Да, спасибо. Ну что, закончили.